Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Представляю вам новинку этого сезона. Польская слива тетушки Сварова. Купил этот сорт известного коллекционера. Мне очень понравился этот сорт. Долго за ним гонялся. Посадил его первый раз. Растет у меня поликарбонат на теплице. Сорт высокорослый. Индетерминантный, где-то 1,80 м в теплице. Еще повторяю, сорт томата польская слива тетушки Сварова. Под розового цвета. Очень мне понравился. Сладкий. Сама уже 4 томатика с одного куста. Скушали кое-что на семена. Этот тоже томатик пойдет на семена. Очень понравился томат, что проще к фитофторозе. К вершинке. Так называемой вершины гнили плодов. Самой опасной болезни томатов. При нехватке кальция. Томат понравился тем, что высокоурожайный. Если очень много плодов еще, висит где-то примерно штук 10 на одном кусту. Планирую посадить этот томат в следующем году в открытый грунт. Посмотрю, как он себе пойдет в открытом грунте, какая будет урожайность. И еще посажу поликарбонат на теплице. Думаю, что жара будет меньше в следующем году. И он раскроет свой полностью потенциал этот сорт томата. И даст больше урожая, чем в этом году. Урожай в этом году не очень из-за жаркой погоды в нашем регионе. Надеюсь, в следующем году урожай будет выше. Еще вставлю сорт томата польская слива тетушки Сварова. Большое спасибо вам за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Пишите комментарии, если я отвечу, помогу, подскажу. Поделюсь опытом ухода за этим сортом томата. Тоже расскажу более подробно о нем. Большое всем спасибо еще раз. До свидания.